Сейчас Шон будет учить меня биться. Я взяла защиту на ноги, правда, ничего не взяла для лица, но ничего не поделаешь, бой это бой. Знаешь, как ужасно, как больно, когда твой лоу-кик чекают. Ты меня не пинай. Не, говорю, ты пинай, ты бей мне лоу-кики. И ты будешь их жестко чекать? Ну, не жестко, я буду чекать так, как нужно. Просто бей. Это мне нравится, так. Хорошо, еще раз. А что насчет лоу-кика? Они у тебя хорошие? Нет. Ау, Шон, моя нога! Мне это нравится, потому что те, кто смотрят, не представляют, насколько это больно. Черт возьми, за что ты так со мной? Это очень больно. Вот так, двоечка. Локти ниже, подожми. Я, черт возьми, люблю Нину. Она одна из самых ярких людей в UFC. Она делает то, что хочет, и с ней весело проводить время. Окей, хватит на этом. Я поспарринговала с Шоном Стрикландом. Продолжаем, ребят. Сейчас у меня будет массаж, чтобы лучше восстановиться и как следует отдохнуть перед вечерней тренировкой. Это мой физиотерапевт, мы с ним работаем уже несколько лет. Сеньор Лукас. Лучший в своем деле. Мы познакомились с Майрой 4,5, даже почти 5 лет назад. И с тех пор мы с ней вместе на этом пути. Она настоящий профессионал. Она хорошо чувствует свое тело. Уделяет огромное внимание заботе о нем. Это касается и сна, и диеты. Все это очень важно. Наша девочка. Давай, черт возьми, запишем это. Я всегда устраиваю шоу. Этот пояс, это мой пояс. Я выйду туда и одержу победу в этом бою. Наслаждайся моментом. Вот это момент. Не могу поверить, я будто бы английский тут знаю. Так ты же его знаешь, черт возьми. Тут я прям будто на английском говорю. Даже португальские субтитры были. Ты заслужила этот момент. Мы его заслужили. Мы все усердно трудились ради этого. Мы очень усердно трудились ради этого. И теперь мы сделаем это. Сегодня ветрено. Прекрасный день. Я пару раз здесь нырял, конечно, лучше, когда ветра нет, потому что ты выходишь, и тебе более-менее нормально. Но сейчас, когда такой ветер, по крайней мере, снега на пляже нет, так что ноги не отморозите. В Южной Африке это что-то неслыханное. Снег на пляже. Сегодня у меня день рождения, круглая дата, 30 лет, и некоторые люди устраивают вечеринки, а я вот так провожу время. Но, к счастью, у меня будет красивый блестящий пояс к концу этой недели. Ребят, вы готовы? Такой холод, что волосы застыли. Черт возьми. Это было намного хуже, чем я ожидал, но ничего, валим отсюда. Мы в Ниагара Топ Тим. Это мой главный зал для борьбы и спаррингов. И, по сути, это последняя тренировка в кемпе. В плане здоровья это был лучший мой лагерь. У меня потрясающие тренировочные партнеры, которые имитируют моего оппонента, готовят меня к нему. Мои тренеры максимально погружены в это. У нас системный подход. Майк — это просто невероятный одноклубник, потому что у него огромный багаж знаний. Если у меня что-то не получается, я иду к нему, и у него есть все ответы. Найдите мастера ММА в словаре, и там будет фотография Майка Малота. У Майка все до единого поединки зрелищные. И как он сам говорит, забью или задушу. Не думаю, что бой дойдет до решения, так что жду не дождусь.
Тот факт, что мы бьемся в одном карде, для меня многое значит. Мы уже в третий раз бьемся в одном карде с Жасмин. Серхи в этот раз тоже с нами. Вместе мы идем без поражений, и мы это сохраним. Мы все заряжены. Отрабатываем базовые вещи в грэпплинге, контроль сверху, подъем снизу, контроль в различных позициях. Я надеюсь, что рано или поздно люди увидят, насколько он хорош в грэпплинге, но он умный боец, так что он зачастую не чувствует необходимости делать больше, чем нужно для победы. А вообще эти парни тренируются не только в кемпах, они всегда пашут усердно. Лечу в Канаду, чтобы биться с южноафриканцем. А насколько я вообще могу позволить себе нести всякое дерьмо в Канаде? У них же там, типа, нет свободы слова, да? Это классно. Откуда ты прилетел? Из Вегаса. А, из Вегаса, понял. И ты будешь биться здесь? Да, сдерут с меня налогов, блин. Ну, вроде как тут неплохо. Выглядит, по крайней мере, неплохо. Хотя, опять же, с чем сравнивать? Если с тем же LA, то... Skid Row тут точно нет. Кстати, у вас здесь много бездомных или нет? Наверное, слишком холодно для них. Да, слишком холодно. Ну что ж, мы в прекрасной Канаде. Попасть сюда было намного легче, чем в Австралию. Хрен знает, что это значит, но мы на месте. Сейчас будем отдыхать, стараться не есть и, может быть, выйдем на пробежку. Есть бой! Один из хедлайнеров мейн-ивента UFC 297, который хочет стать первым чемпионом UFC из ЮАР, Дрикус Дюплеси. Мы рады тебя видеть, и у вас с Шоном Стрикландом, можно сказать, был бой до боя на UFC 296. Да, было дело, к счастью, никто не пострадал, но теперь он знает, насколько я силен, он почувствовал это. И неважно, как он рассказывает эту историю, в глубине души он все знает. Ментально он оказался слабее. Не скажу, что он слаб, как мужчина. Скорее, я просто изначально сильно переоценил то, насколько он ментально силен. Он эмоциональный парень, эмоциональный боец. Некоторые хорошо выступают на эмоциях, некоторые нет. После этого боя для меня не существует завтра. На данный момент моя жизнь останавливается на 21 января. Я не думаю о том, что будет после этого. Я не думаю о том, что было до этого. Я думаю только об одном. О победе над Шоном Стрикландом. Я стану чемпионом мира или умру, пытаясь им стать. Дрикус Дюплеси против Шона Стрикланда на UFC 297. UFC возвращается в Торонто в это воскресенье. Дрикус, спасибо тебе. Вам спасибо.